Красивая дата для начала семейной жизни. 24 апреля 2024 года в Краснодарском крае брак зарегистрировали почти 480 пар. Сотрудники Славянского отдела ЗАГС в этот день тоже работали практически без перерыва. Анна Монастыренко с подробностями. Весна – это пора цветения, обновления природы и, конечно же, любви. Именно в это время года многие влюбленные отправляются в ЗАГС, чтобы скрепить свои отношения узами брака. Конкуренцию весенним месяцам по количеству свадеб могут составить только летние – июль и август, и осенние – сентябрь с октябрем, а также красивые даты. В этом году красивая дата выпала на весенний апрель. Это 24.04.2024. И несмотря на то, что это была середина недели, среда, в Славянском отделе ЗАГСа в этот день был аншлаг. Регистрации новобрачных велись с утра и до самого вечера. Перед государственной регистрацией вашего брака прошу ответить, является ли ваше желание вступить в брак свободным, искренним и взаимным. Прошу ответить ваше них. Да. Ваш ответ? Да. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта заключения брака. Одними из тех, кто решил заключить брак в красивую дату, стали супруги Косаревы. Олег и Анна познакомились благодаря соцсетям. Случилось это год назад, также в апреле. Впоследствии онлайн-знакомство переросло в настоящее чувство. И молодые люди решили узаконить свои отношения. Это очень красивая дата. 24.04.24. Четверка – наше счастливое число. Мы познакомились в апреле. Олег, мой теперь уже супруг, забрал меня из города Ярославль. И теперь вот мы кубанская любим друг друга на Кубани. Тебя люблю. Я тебя. 24 апреля, так же, как Олег и Анна Косаревы, брак заключили порядка 30 пар. Хотя, как рассказала заведующая Славянским отделом ЗАГСа Татьяна Печеная, весь апрель выдался богатым на свадьбы. Дата очень красивая, но 20.04.24 было более 35 свадеб. Почему говорю более? Потому что до вечера шли остальные, которые хотели пожениться. Сегодня тоже очень много свадеб, погода выдалась замечательная. Я не могу сказать, что эта дата влияет на такое понимание, как долгий союз. Любая дата замечательная, когда вкладываешь силы, любовь и терпение. Мы ждем вас всех к нам на регистрацию. Этот год президентом нашей страны Владимиром Путиным объявлен годом семьи. И пусть красивая дата 24.04.2024 уже прошла, можно с уверенностью сказать, что абсолютно все оставшиеся до конца года даты тоже красивые для заключения брака. Ведь создать семью в год семьи – это так символично. Любите и будьте любимы, и обязательно приходите в ЗАГС. Здесь всегда вам рады. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».